Мобильник разовый. Резче. Я твой единственный друг, Эйден. Зачем так грубо? Ясно. Я кладу трубку. Есть работа. Сам я заказ этот взять не могу. За границу не пустят. Я же тебе говорил, я больше не наемник. Да брось. Там промышленный шпионаж. Одни уроды гадят другим уродам. Никаких зевак. Куча денег. Угу. В чем подвох? Это в Лондоне. А в наше время туда не просто попасть. Лондон. Там живет Джексон. Ага. Я не просто так позвонил тебе. Ладно, мне пора. Чтоб слиться с толпой. Здесь все обязаны их носить. Тачки для тебя нет. Теракты в Лондоне, они изменили все. Многое теперь не достать. С тачкой я разберусь. Уи, чудно. Но квартиры тоже нет. Тебе есть где остановиться? У родни? Все сложно. Ну, бывает. Вы все равно родня. Увидишь. Угу. Увижу. Спасибо, что взяли заказ 1138-4242. Расследовать слияние корпорации Брокотек и компании охранной системы Рэмпорта. Далее ОС Рэмпорта. Детали. ОС Рэмпорта – французская охранная компания, выпускающая роботов. В апреле прошлого года она попыталась купить Брокотек, профиль которой – искусственный интеллект. Но переговоры зашли в тупик. Томас Рэмпорт, глава ОС Рэмпорта, сорвал сделку, когда Брокотек сделала свое подразделение Deep Labs новым юридическим лицом. Но акционеры обеих компаний все равно могли бы заработать миллионы. Зачем же Рэмпорт так поступил? Цель. Во Франции то, что сделал Рэмпорт, незаконно. Вам нужно проникнуть в Deep Labs и выяснить, ради чего Рэмпорт готов рисковать судом. А также заполучите документы и физические образцы. Рекомендуется действовать скрытно. Войти, забрать доказательства, выйти. Не сложнее прочих контрактов-устранителей. Защита граждан – основная задача Альбиона. Выполните приказы сотрудников Альбиона ради своей безопасности. Никого нет. Почему лабораторию не охраняют?
Что это было? Надо пошевеливаться. Надо найти центр безопасности. Есть шанс, что оттуда я смогу открыть дверь. Наша команда выяснила, что главным образом Рэмпорт интересует устройство, которое разрабатывают в Deep Labs, Брокомост. Рэмпорт задумал слияние лишь для того, чтобы заполучить его. Значит, Рэмпорту нужен некий Брокомост. И он затеял поглощение компании только ради этого гаджета. Все, можно идти. Та дверь уже должна быть открыта. Что же это? Клиент потребует фото. Все это незаконно. Впрочем, не важно. Клиенту нужны плоды. Ему плевать, отравлено ли дерево. Электрические ожоги, но попадания случайные. Что-то типа тазера, не пушка. Я тут явно не один. Роботы модели Марк 2 не работают без брокомоста, а Рэмпорт уже продал миллион этих жестянок. В общем, если он не добудет гаджет, ему кранты. Найду прототип и свалю. Заперто. Надо проверить, нет ли здесь щитка закрытой сети. Будет достаточно хакнуть его или сломать. Диспетчер запрашивает. Похоже, Томас Рэмпорт за всю жизнь не родил ни одной оригинальной идеи. Дизайн робота стоимости в миллиард долларов украден у какого-то изобретателя. Вторжение! Вторжение! Дело пахнет жареным. Надо достать данные и валить. Я вижу цель! Корпоративные шпионы Брокотек взломали вебку Рэмпорта.
Что там в последней записи? Спасибо. Я понимаю. То есть, Брокотек согласится на слияние, если я покину пост директора? Верно, но прямо сейчас... Условия? Выгодны? Вполне. Совет их выслушал. Но, Томас... Я в жопе. Не уйду, не получу Брока мост, и меня посадят. А если уйду, то, вероятно, меня бросят под автобус, и тогда все Томас, это потеря времени. Томас, выслушай меня. Мы полагаем, что кто-то проник в наши сети. Возможно, за нами следят. Черт. Томас Рэмпорт. Маменькин сынок с личной армией. Опасное сочетание. Камера с Броком мостом открыта. Пожалуйста, подготовьте свое удостоверение личности. Камера с Броком мостом. Похоже, туда-то мне и надо. Черт. Так, похоже, второй незваный гость знает, как вывести оборудование из строя удаленно. Или он невидим. Похоже, здесь изготавливают эти брокомосты. Надо сделать пару фоток. Достаточно. Осталось забрать эту штуку и на выход. А после надо будет найти Джексона. Дай сюда. Это? Три. Эта штука нужна мне. Два. Ладно, деваться некуда. Что за хрень? А ты шустрый для старпера. Оставь гаджет и можешь идти. Нет, сказал же, он мне нужен. Стой, мы же не счеты сводим. Даже не мечтай! Да на кой черт тебе эта штука? Выполняю работу! Работу? Возьми отгул на денек, как нормальные люди! Ты начинаешь меня раздражать! Мне часто такое говорят! Плохая попытка, но тебе некуда бежать. Открой дверь. Нужно. Ты же из команды DedSec в Сан-Франциско, верно? Ты о команде, вытащившей тебя из камеры, которую охраняли потные восточноевропейские бандиты? Кажется, почти все сделал твой друг. Но ты сейчас один. Это же не операция DedSec, верно? Да, я давно перерос операцию DedSec. Давай!
Все норм, все норм. Жить будешь, чел! Преступник задержан. Знаешь, осколок был прямо у тебя в груди. Попади он чуть левее, мы бы сейчас не разговаривали. Я тут прочел файлы Брокотек. Те, что обо мне. Ну, формально они не врут, но... Мне кажется, в них не хватает подробностей. Вот это Марк 1. Простой ИИ для простых целей. А вот роботами Марк 2 можно будет управлять уже силой мысли. Армия, полиция, все изменится в один миг. И однажды мы сможем перенести в них свой разум. Не будет ни смерти, ни ограничений. Мы сможем жить на Марсе, как на Мауи. Какой ценой? Мне нужен лишь тот гаджет, который украл твой дружок. Тот, что в дурацкой маске. Я не... не знаю, кто он. Лучше бы вы и дальше молчали, но не лгали, мистер Пирс. Закончил. Слушай, я могу найти этого парня. Это мой конек. Просто отпусти меня. Увы, чтобы я смог вам доверять, мне нужны гарантии. А как насчет Джексона? Он живет в Лондоне, верно? Я предложил тебе сделку. Соглашайся. Видишь ли, я хочу тебе верить, правда? Но не могу. Не сейчас. Я вернусь, когда мой помощничек сделает тебя немного сговорчивей. Знаю, что будет дальше. Ты попытаешься прижать Джекса, я тебя. Если выиграю я, твои люди прижмут моих. И так по кругу, снова и снова. А я уже не тот, что раньше. Хреново. Надо его вытащить. Я не знаю, Рэнджа, но могу его найти. Черт.
Роботы. Я пока не готов к схватке с ними. Снаряги я далеко не уйду. Надо ее найти. Дрон предназначенный для разведки и сбора ресурсов. Может пригодиться. О, слава яйцам, сработало. Слушай, ты ведь на самом деле не собирался за мной охотиться, правда? Мир? Ни хрена. Ты меня чуть не убил. Я хотел просто оглушить. Разве можно убить Эйдена, мать его, Пирса, какой-то хлопушкой? Кусок твоей хлопушки застрял у меня в груди. Блин, походу что-то пошло не так. Сорян, мне нужно бежать, но ты уж запомни, что это я спас тебя от пыточного робота. Цель замечена. Люсик Гарму, да? Стой, ты где? Ха-ха, не выйдет. Давай, действуй. Закрыто. Можно использовать дрон и попробовать открыть с терминала.
Мне все это не нравится. Да. Все пошло к чертям. Пушка. Отвлечься не хотите? Посмотрите-ка! Ну. Эй, ты! Пойду проверю. Давай. Ладно. Как работает эта штука? Бэдли, набери Джексона Пирсу. В свободном доступе в сети Блюм Джексон Пирс не значится. Найди в моих зашифрованных файлах голосовой идентификатор Лена и дай мне его координаты. Сделано. Звоню. Абонент, с которым вы пытаетесь связаться, недоступен, а его голосовой почтовый ящик переполнен. Перезвоните позже. Придется его навестить. Здравствуй, Эйден. Можно я буду так к тебе обращаться? Признаться, я разочарован. Я думал, что могу тебе доверять, но... Это устройство не отследить. Я об этом позаботился. Знаю. Поиски Брока моста волнуют меня куда больше. Где Рэнч? Я же сказал, не знаю. Но я его найду. Ты получишь свой гаджет. Я бы все равно не смог тебе поверить. Что ж, придется схватить твоего племянника Джексона. Устроим обмен. Ты его не найдешь. Он умный. Умнее меня. Я уничтожал людей в разы умнее тебя, дружище.